аппараты телепорта при ней. Это на агрофроме. С помощью прибора, который я тебе дал. Телепорт. А далее ты, Ники, найдешь то, что тебе нужно. Все получилось с тайником и переходами. Что дальше? И чей это тайник? Я в этих краях давно обитаю, но даже не догадывался о нем. Это тайник моего бывшего товарища. Он тоже выглядит как контролер, но ему досталось тогда больше, чем мне. Он частично парализован. Не знаю, жив ли он вообще. Тебе надо раздобыть оружие получше. Насколько я знаю, при первой телепортации из подвала в Лиманске приходится оставлять оружие. Последующие телепортации возможны с ним. И главное, возьми маскировочный плащ. Ствол не особо приметный, типа аномальный М16. Дай денег побольше. Как вернешься, найди парфюмера. Я отметил на карте, где его искать. И будь готов к неприятным сюрпризам со стороны последнего дня. Ведь хороших у них не бывает. Ты скотина!